Всем огромный привет! Сегодня готовлю куриную грудку, которая превращается словно по волшебству в свиную вырезку. При таком способе приготовления вкус курицы совсем исчезает и появляется вкус мяса свинины. Готовится совсем просто, смотрите сами. Куриную грудку 600 грамм разрежем кубиками, чуть крупнее, чем на гуляш, примерно 3 см на 3 см. Кладем мясо в миску, добавляем половину чайной ложки соли, 1 чайную ложку кукурузного крахмала. Вливаем 1 столовую ложку лимонного сока, я использую уже готовый сок лимона. Все хорошенько перемешиваем. Оставляем при комнатной температуре на 20-30 минут. Прошло 30 минут, мясо перемешиваем. Кладем на дощечку в один слой. Посыпаем слегка мукой, примерно 1 столовая ложка. На сковороду наливаем растительное масло 1-2 столовые ложки. Кладем мясо. Обжариваем мясо на среднем огне до готовности. Иногда перемешиваем. По времени занимает 8-10 минут. Крышкой закрывать не нужно. Готовое мясо подаем к столу с любым гарниром или овощами. Рекомендую приготовить. Попробуйте и убедитесь сами, что курица в нем угадывается с трудом. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!